В Ульяновском государственном университете состоялось заседание Совета по промышленной политике Ульяновской области. Мероприятие посетил столичный гость Владимир Гутенев. Перед началом Совета первый зампред Госдумы по промышленности оценил работу нашего региона. Успехи в развитии местных предприятий его порадовали. Мы видим, что увеличили объемы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы видим, что несмотря на снижение объемов аэрокомпозита и авиационного завода, тем не менее контрактация очень хорошая. Наибольший вклад в развитие отрасли принадлежит ведущим направлениям. К примеру, индекс промышленного производства автомобилей превысил 107%. Положительная динамика, по словам экспертов, сохраняется в 2019 году. По итогам января этот показатель составил 100,6%. Глава региона Сергей Морозов поблагодарил федеральных гостей за совместную работу. И я хотел бы от лица и руководства Ульяновской области, и от лица вас всех, представляющих наш один из самых главных координационных советов, Совет по промышленной политике, поблагодарить Владимира Владимировича за очередной визит в наш регион, за внимание к промышленному комплексу, да и за поддержку, которую мы постоянно от него получаем, в его лице и от его коллег, наших коллег и по Союзу машиностроителей, и по комитету. В 2018 году сразу несколько предприятий получили 10 миллиардов рублей субсидий. Среди них ИСУЗа, УАЗ, Номотекс, Ульяновский механический завод. Сумма внушительная, поддержка от федералов ощутимая. Особое внимание хочу акцентировать на деятельности Фонда развития промышленности федерального, что программа «Фонд» позволяет российским предприятиям получить доступ к льготному взаимному финансированию, необходимому для запуска производства и уникальных отечественных продуктов, а также аналогов годовых международных разработок. В присутствии федеральных экспертов члены Совета обсудили вопрос подготовки квалифицированных кадров в эпоху индустрии 4.0. Кульминацией Совета стало подписание четырехстороннего соглашения о технологическом развитии между Ульяновской областью, опорным университетом, агентством технологического развития и ассоциацией Технет. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.